Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил, добро пожаловать на канал. Продолжаем кампанию западших лордов. Итак, победили армию, были сделаны ошибки, пофигу, мы все равно победили. Нубас, он и есть Нубас, как говорится, да. Вот, накосячил, ну что поделать. Заканчиваем ход. И будем отбирать город обратно. Я не думаю, что тут имеет смысл сражаться. Подкрепление нам не понадобится. Мы авторассчитаем. Все, вернули город обратно. Замечательно. Что нам нужно здесь? Чего здесь нету? Тут можно построить два экстрактора палладия. Вот что здесь можно сделать. А где второй? А, вот. Вот, строится два экстрактора палладия. В принципе, их можно выкупить. Я, наверное, их выкупил бы даже. Стратегический ресурс, все-таки полезное дело. Вот, выкупим их. И следом поставим... Наверное, дороги нам пригодятся. Все сидят на производстве у него. Давайте попробуем перекинуть их на деньги. Всего сотня. А так, получается, производство идет в два раза быстрее. А выкупать сколько? 378. Ну, так-то побыстрее будет. Типа я заработаю быстрее. Так. Очков хода у нас больше нет, но здесь, по сути, лечить-то и никого не нужно. Я думаю, что мы отсюда просто выдвигаемся сразу же. Чтобы отнять у него город. Он уже здесь начинает строить армию. Мы у него просто отнимем ее. Вот еще отряды магов битые. Это та армия, на которую, видимо, напали драконы, с которыми мы подписали мирное соглашение. Соответственно, у нас тут есть вот эта пачка, которую нужно посадить в город. Вот, они у нас теперь сидят в городе, они какое-то время полечатся, все будет зашибись. Здесь тоже нужна дорога. Так, это у нас битая пачка. Я думаю, что битую пачку на самом деле нам надо везти не сюда, а вот туда. И в этом городе у нас она будет базироваться. Она нам пригодится здесь, на первых линиях. Так, экстрактор адамантия нам очень пригодится. Экстрактор адамантия. Почем? 470. Выкупаем. Это безобразие. Выкупаем. Прах не осталось. Так, с ним походили, все сделали, поехали дальше. Сейчас наступит зима. И у него остается очень мало ходов передвижения, а у нас все. Поэтому никаких проблем. Так, что у нас тут зима? Меньше денег, меньше производства, меньше всего. Ну вот. Так, а тут у нас все достроилось, очень хорошо. Нападаем на эту его армию. Сделаем, наверное, авторасчет. Здесь стрелки какие-то. Вот он нанял стрелков. Решил переделывать всю свою армию. Но мы все равно с ним подеремся. Понесли какие-то потери. Но это для нас совершенно не страшно, потому что мы таким образом просто-напросто освободили город. Чуть-чуть не доходим. Чуть-чуть не доходим до города. Но это не беда. Так, вот, ребята, тут теперь ехать и ехать. Эти лечатся. Все. Значит,
тут у нас это производство будет просто вечным. Просто вечным. Жителей тут мало, вот что. Давайте прикупим сюда парочку жителей. И вместо того, чтобы сидеть на прахе, наверное, посадим их на производство. Потому что, ну, это никуда не годится. Правда, здесь производство сейчас не никакущее. Всего пятерка за счет того, что зима. Но и по праху тоже здесь разница невелика. Так что пусть хоть пользу приносит. Так. Здесь нам нужно покупать еще жителей. 625 стоит. Замечательно. И гарнизон восполнился. Хреново. Это очень хреново. Но для нас это не беда. Потому что даже если у них 143 брони, мы их все равно перебьем. Героя бы полечить. У нас тогда очков действия не будет. Мы тогда только если осаду сможем установить. Хотим ли мы устанавливать осаду? Что там у него за юниты сидят? Мы же не можем посмотреть. Надо было посмотреть на прошлом ходу, что там за гарнизон. А я думаю, что они очень похожи на мой гарнизон. Пум-пум-пум. Ну, считайте, у них будет в два раза больше здоровья. Чем у этих. Но у нас и так здоровья больше. Мы, я думаю, вполне справимся, если будем задействовать пехоту. Давайте просто нападем. Посмотрим. О, да, я был совершенно прав. Но вместо того, чтобы сейчас сражаться на автомате, мы сразимся вручную. Потому что, зная искусственный интеллект... Оу, чуть было не нажал мимо. Зная искусственный интеллект, лучше не рисковать. Вот, разворачиваемся. Значит, они получают дополнительную броню. Поскольку от коней не будет никакого проку, мы их поставим назад. Так вот. Вот этих мы с героем поменяем местами. А этих мы поставим... А, мы сюда не можем их поставить. Почему? Потому что здесь... Здесь горка, что ли? Здесь горка. Тогда мы их поменяем. Бум. Вот так. Этих сюда. Вот так. Все, я готов. Значит, эти будут бить сюда, герой тоже будет бить сюда. А, герой будет ходить первым. Тогда герой будет подходить. Герой будет просто подходить и бить отсюда. А вы, ребята, будете подходить и бить отсюда. А вы, ребята, будете бежать сюда. Так, а вы? Вы будете ходить раньше. Значит, вы бежите сюда. Вы бежите сюда. Почему вы сюда не бежите? Вот. Вот так. Все. Приказы розданы. Значит, вы стоите и никуда не едете. Понятно это? Так, они получают какой-то свой бонус к атаке опять. Герой заткнул дырку. Отличный план. Он не может встать на город, что ли? Вот. Ну, мы наносим больше урона, поэтому нам надо.
вообще не пробили. Плохо дело. Эти будут бить вот сюда. Они могут, интересно, сверху бить? Наверное, нет. Наверное, они могут бить только вот так. Пофиг. Так, 121 ранее, у другого 64 осталось. Смотрите-ка, он постепенно продвигается к кавалерии. Но мы ему не дадим этого сделать. Сколько у него передвижения? Две клетки. Он сможет дойти за следующий ход. Поэтому надо конями отъезжать. Значит, первые какие у нас будут ходить? Вот эти будут ходить первые. Они отъезжают дальше всех. Наверное, они отъезжают вот сюда куда-нибудь. Эти отъезжают туда, а эти отъезжают сюда. Эндидаст они не дотянутся, по идее. Раз, два, три. До этих, наверное, дотянется. Ну, так точно не дотянется. Все, здесь все остается на своих местах. Продолжают рубиться. Поехали кони наши, чтобы он не смог до них добежать. Ну, потому что иначе он им нанесет большой очень урон. Ну точно, я же говорил. Видите, он движется в ту сторону. Ну так теперь он оказался в низине, мы получим бонус. Вот уже прямой урон пошел. Так, раз, два, три, дойдет до любого. Значит, берем первых, сначала эти. Они у нас могут откатиться вот сюда, совершенно спокойно. Следующие могут откатиться туда. И эти могут откатиться. Никуда не могут они откатиться. Везде достанут. Значит, они будут просто удирать куда-нибудь, куда смогут. А, точно, у него же две клетки передвижения-то всего, я забыл. Я рассчитываю из стандартного передвижения на три клетки, так что нам нечего бояться. Ну все, через один раунд мы их заколупаем. Все, герой затыкал. Эти сейчас побегут вниз, по идее, должны, если они сообразительные. Он упорно в ту сторону движется. Вот, это я не дурак, сообразил, что он будет делать. А искусственный интеллект бы не сообразил, потому что он дурак. И потерял бы мне коней. Уверенно чешет в ту сторону. О, ну, на последнем ходу как раз затыкали. Новая фракция. Давайте посмотрим, что у нас за новая фракция. Сестры Милосердия. Увеличивает здоровье. Это интересно, но не так интересно.
Так, шикарно. Очков ходу у нас больше нету. Купить здесь жителей я не вижу смысла пока что никого тут покупать. Будем ремонтировать деревню, потому что это халявные жители. А где здесь еще деревня? Вот. 157 или 442? Очевидный выбор. Вот этих можно перекинуть, наверное, тоже на прах. На этот ход особенно. Кстати, у нас здесь сейчас неплохой прирост науки идет. Но это ничего не меняет. У нас все равно 6 ходов до следующей технологии, поэтому оставляем все как есть. Вот здесь победили. Эти ребята шагают в гарнизон. Не доходят еще пока что. Эти ребята постепенно лечатся. И у него остался здесь еще один город, который мы можем взять, в принципе, уже, наверное, на следующий ход. Давайте просто шагнем хотя бы сюда и посмотрим, что у нас здесь. Поставим осаду. На следующий ход полечимся. На следующий ход мы его просто захватим. Вот что мы сделаем. Так. Как-то так. Везде все сделал. Праха нету. Выкупать ничего не могу. Все. Поехали. А, мы близки к победе. По уничтожению всех своих соседей. Мы 50% территории держим. Шикарно. Здесь все починили. План империи через 6 ходов. Так, а где посмотреть условия победы? Так, ну давайте смотреть. Значит, общий счет у нас, понятно, выше. Военный счет у Сизова теперь выше. Почему-то. У него что сейчас? Армия хочет? Он хочет сказать больше. Что я сомневаюсь в этом очень сильно. Экспансия у нас намного выше. Что такое 26? Это всего, это сколько всего жителей, что ли, или что? У нас есть еще один неизвестный игрок, вот в чем дело. Поэтому это может быть и неправдой. По населению, вот. Население у нас тоже больше всех. По исследованиям мы тоже обгоняем. По пище, понятно, у нас ее нету. По производству у нас, как ни странно, тоже выше. По праху у нас просто в потолок все упирается по сравнению с ними. По науке. Выход науки у нас бешеный. По сравнению с ними. Вот. И влияние у нас тоже больше. Одобрение империи у нас низкое. Но мне, в принципе, на него и пофиг. Вот. У сизых больше всего, потому что у них один город, по-моему. Вот. Дипломатия у всех примерно одинаковая. Это зеленый, которого мы замочили в самом начале. Квест я вообще не делал. Окей. Ну так и что? По армии. Он хочет сказать, что у Сизова сейчас армия в два раза больше, чем у меня. Да, не в два, ну, счет армейский у него 4500, а у меня 3200. Это что такое? 4500 это, наверное, здоровье максимальное. Наверное, у моей армии вот это максимальное здоровье, да нет. Не знаю. А знаете что, давайте сейчас прямо этим ходом возьмем город. Мы же можем. Можем. Так мы это сделаем вручную.
потому что знаю я его. Вот, коней всех, пожалуйста, назад. Никаких коней. Вот, героя мы ставим на передний фланг. Этих ставим сюда. Как-то так. Значит, вы стоите и никуда не идете. Вы тоже стоите и никуда не идете. Вы тоже стоите и никуда не идете. А вы все атакуете. Все элементарно просто. Сейчас у нас еще будет подкрепление идти, надо было их вырубить. А то они там бестолку будут бегать, еще клетки позанимают. Блин, вот он чудной, ей-богу, вот смотрите, вот этим сейчас некуда встать будет. Сейчас он этими встанет здесь. Ну точно, и эти просто протыкают ход. Вот как он так планировал? Эти ребята просто провтыкали ход. Вот как так он это делает? Как он вот так планирует? Просто я не могу понять это. Ходоки-то, ой, ходоки, гулёные просто. Один со здоровья осталось, ну тут походу уже все. А, они все не пробили. Опять не пробили. Шикарно, мне нравится. Герой-то должен его заколупать уже. Все. Город мы взяли, эти все сейчас пересчитают ход. Еще одна новая фракция. Силики, я так понимаю, да, силики. Угу. Стратегические ресурсы на единицу можно увеличить. Но нам сейчас это ни к чему. Опять же, отстраиваем их деревни, потому что это просто-напросто. Есть тут еще где-то их поселение? А, вот это. Это поселение уже есть. Замечательно. 157, пожалуйста, выкупаем. Экстрактор Палладия. А, здесь нет смысла строить, тут район можно построить. Так и нужно сделать. Район за 205 или экстрактор... А, так, так не, нельзя. Или же этот убираем и ставим вместо этого Палладий, который стоит 470, а район выгоднее по всем параметрам. Так что ставим район и дозорную башню. А здесь нигде нельзя поставить башню. Ну вот здесь поставим хотя бы. Она нам понадобится, чтобы сейчас смотреть, что делать дальше. Так, на следующий ход будем лечить. Здесь у нас ничего почему-то не строится. Почему у нас ничего здесь не строится, непонятно. Так. Так, так, так. Это да, это я уже смотрел. Вот эти ребята. Дошли. Окей. Кажется, более-менее с красными расквитались. Но это был не их последний город. Как показала практика, мы их нифига не замочили. А значит, они где-то еще есть. Осталось понять только где.
Так, красители, можно включить кучу ресурсов. Вот золото можно включить. Это нам даст неплохой прирост богатства. Но мы все это будем делать уже, когда зима кончится, что произойдет в течение недели. Должно произойти. Так, этих полечим. Еще нам нужно их всех улучшить. Но для этого нам нужно 50 адамантия. А чтобы нам сделать 50 адамантия, нам нужно ждать еще, так, 3 от городов, так что еще 4 хода нам придется подождать. Ну окей. Мы пока что этой армии можем двинуться просто в эту сторону. Вот храм обследовать можем. Не стоять же столбом. Так. Построим алхимическую мастерскую, и нам дадут 240 праха. В одном из городов нужно построить. Ну, можно это сделать. Давайте посмотрим. Да, это квест. Производство пустует. Это мы сейчас поставим. Сколько у нас будет еще длиться перемирие? Перемирие еще 11 ходов. Оно помнит мое последнее предложение, кажется. Так, этот безразличный. С этим мы ведем состояние... Ведем состояние войны. Находимся в состоянии войны. Но мы не знаем, где еще его города. Но я предполагаю, что где-то вот здесь внизу, потому что тут куча еще свободного места, они по-любому где-то здесь тусят. Все. А что вот нужно для победы, я не знаю. Сколько нужно контролировать? Я контролирую половину, а сколько нужно, я без понятия. Ну что, построить здесь алхимическую мастерскую? Да тут что-то выход науки не очень большой. Нет смысла. Вот мид бахнем. За 89. Что тут у нас еще можно построить? Можно жителей поприкупить. Можно построить канализацию. Тоже за 89 надо строить. Библиотека за 89 надо строить. О, тут это тоже не будет за 89 надо строить. Вот, и дороги, например. Дороги стоить будут подороже. 378. А рынок сколько стоит? Тоже 378. Сначала дороги. Так. Все, очередь забили. Этим походили. Тут уже больше никуда шага не сделать. Есть только в эту сторону, нам сюда не надо. Так что... Давайте закончим ход. Закончились наши все строительства. Так. У нас достаточно много праха уже есть свободного. Нужно бы прикупить тут жителя, пока я не забыл. О том, что я хотел это сделать. Вот давайте проверим. 10 жителей, которых мы пересаживаем на производство. Ну, вот это уже поинтересней. Уже поинтересней все-таки. Значит, с производством все-таки существенно быстрее. Ну, типа, тогда у меня денег ни хрена нет. Потому что так я в 2 раза больше зарабатываю, получается. Ну вот эти вот все экстракторы, они нам, в принципе, ни к чему, поэтому пусть оно тут все строится постепенно. Меня устраивает.
такое неспешное развитие в столице, абсолютно, а в других городах можно как-то пожонглировать, попытаться. Здесь, например, сейчас выход прах практически никакущий. Хотя вот сотку я все равно почти... Не сотку, но теряю в деньгах. Да, пофигу. Пусть будет так уж. Потом все между сериями, может, посижу, перераспределю жителей как-нибудь. Но это уже будет потом. Спасибо, что смотрели. Продолжение следует. Я предполагаю, что к моменту выхода этой серии уже или выйдет новое дополнение к Европе Универсалис, либо вот-вот должно будет выйти. Поэтому основной фокус, наверное, уже переключился или вот-вот переключится на Европу. Но это прохождение мы обязательно закончим. Мне нравится. Хотя я и делаю ошибки. Да, кому какое дело, правда ведь? Это же... Так, на расслабоне. Никакой сложности, никакого... Ничего абсолютно. Вот, спасибо, что смотрели. Продолжение следует. Пока.